здесь? Какой у нас план? Гражданин, вы угроза обществу первого уровня. Хранилище просто так не пройти. Найди мне обходной путь. Есть! Я буду с тобой на связи. Тебе нужна пушка! Лови, она разряжена! Теперь точно разряжена! Комбайны что-то засуетились. Тебе лучше отсюда сматываться! Сейчас же! Наблюдаю цель. Контакт через 3, 2, 1. Алекс, что случилось? Папа у них. Стоять на месте! Они сначала его допросят и потом убьют. Я прикрою! Они не хотят там что-то хранить! Они хотят там что-то удержать! Тебе его не спасти. Алекс Лэнс не изменит его судьбу в одиночку. Впечатляющая работа, мисс Вэнс. Это что за хрен? Это Джефф. Не шуми. О, это Джефф. Мне не нравится Джефф. Сама Алекс Вэнс освободит их. Ты не поверишь. Я наткнулась на Вортигонта. Кажется, они... доют ногастиков и рукастиков. Знаешь, Рассел, вот я вхожу в карантинную зону и понимаю, что ничегошеньки не знаю про карантинную зону. Подожди, это черная меза? Меза. Меза? А я паникую! Пожалуйста, содействуйте команде наземной защиты. Я побежал, а тебе удачки. И не недооценивай нашего дружбана. Такого лучше не злить. Half-Life? Помните, да? Нет. Это очень оно.